Бодряцкий пафос. Противная штука, ребятки. Очень мне свойственная. Вот все. Значит, я нахожусь сейчас в меланхолическом настроении. Все очень уравновешенно, спокойно размышляю. Да, на все нормально. Но мне свойственно. Вообще ей свойственен пафос. Вот именно такой, знаете, как фанфары, как в симфонии. Там, знаете, то есть. Бури, натиск, там, вот это все, восторг. Но потом, как правило, пересматриваешь, переслушиваешь это, и как-то неприятно, если не сказать стыдно. Так что, ну вот царство сосен вам, друзья, я не знаю, что я сейчас, зачем сейчас вообще все это сказал и снял. Но, по крайней мере, кадр-то точно хороший. Кадр именно тот, который... нужен. Я уже говорил, что по идее вот можно вот сейчас вот тут вот ходить целый день снимать, да, без звука, а потом накладывать просто всю свою болтовню вот на этот кадр. И это будет то, что надо. Сосновый лес. Мой любимый лес, который, как говорится, полностью мне и нужен. Вот, видите, наложить компьютерную анимацию можно сделать, что вот они зашевелятся, такие пауки, и, значит, ползут в воду купаться. Ну, вообще сейчас у меня, я тут топтался полчаса, уже вот так топчусь, как, знаете, пантера в клетке. И такой настрой какой-то, и в целом ход мыслей такой, что ничего нового сказать нельзя, ничего нового быть не может. И даже сама мистика, Вот мои, кстати, плавки в духе «Один дома», вот. Тоже, я считаю, из разряда мистики, но про это я еще буду говорить. Про это я уже говорил. В общем, что сама мистика, это тоже, ну, как я когда-то читал, что мистика считается то, что мы не можем объяснить. Да, но по моим новейшим данным, значит, есть вещи, которые в принципе нельзя объяснить. Я бы даже сказал, что по идее вообще все нельзя объяснить. Понимаете? Все нельзя объяснить. И то, что там начинаешь копать каким-то базовым вещам, ну, базовые вещи, что ты облечен в тело, облачен. И тело это живет в пространстве времени. Ну, может быть, так оно и есть.